Меня зовут Андрей, я с 10 лет живу в Днепровском районе, знаю о нем, наверное, почти все, и я помогаю бездомным людям. 3 года назад я прогуливался по Дарнице, это тоже было лето, и я встретил бездомного, я к нему подошел познакомиться, спросить, могу ли я ему чем-то помочь. Я узнал, что его зовут Володя, и так началась наша с ним знакомство, история. Ну, я помогал до этого несколько раз бездомным, но я не представлял, как можно в его ситуации что-то изменить, потому что он прямо состоял из огромной кучи проблем. Первый шаг всегда в помощи любой бездомному – это восстановить документы, потому что это путь к работе, это путь к медицине, это путь к передвижению по стране. Я написал публикацию о том, что нужна помощь с тем, чтобы человека отвезти в его город. Я написал этот пост, лег спать, и на утро увидел совсем не то, чего я ожидал. А именно мне написал никто иной, как родственник Володи, и он сказал, что они его узнали, и он там сбросил эту публикацию и сестре, и Володина, и всем их родственникам, и они все наперебой начали мне писать, что да, мы его знаем, мы его искали уже 5 лет, и история повернулась совсем по-другому. Мы спали, 4 часа утра, звонок от Никиты. Звонок, не сообщение, а звонок от Никиты. Я беру телефон, он говорит в трубку: «Бабушка, я нашел Вову». Кидает мне фотографию и пишет: «Сколько дяде Вове лет?» Он же ж так не помнил конкретно. Я ж ему пишу. Я проснулась, я, конечно, в шок. Я увидела фотографию. Разбудила мужа. Муж говорит: «Ну, слава Богу». Но у меня был шок, конечно. Это, ну, вот не объяснишь это словами. Это был шок. Это была радость, конечно. Я плакала. Володя поехал в Мелитополь на работу. Потом он позвонил мне, поздравил с днем рождения. И 5 лет от него не было ни весточки. Я все передумала. И хорошо, и плохо. Потому что по истечению времени, ну, ночи, конечно, спокойно мы не спали, это честно, все годы. Потому что мы ждали, я все равно ждала, что вот он должен прийти. Мне снились сны, вот он идет, идет, идет. И я его обнимаю, говорю: «Боже, ты живой, слава Богу». Ну, в итоге так и получилось. Я так думаю, что все, что произошло в дальнейшем с Володей, ну, связано, мы же все родом из детства. И я так думаю, что это связано с тем, что произошло с отцом его.
Отец у него повесился. Он это, ну, тянет за собой вот этот какой-то, не знаю, какую-то судьбу, да, отца.